монорельсовый поезд. Мы едем на поезде по Пальме, Джумейра. Следующая остановка на Хильмо. А вот это отель Атлантис. Атлантис видно, да? Смотрите. Вот его пляж, море. Вот береговая линия. Отель как на Багамах, только арка другая. Очень много строек, строительные площадки не заканчиваются в Дубае. Вот сейчас покажется пальмовый остров, Пальма Джумейра, Нахля Джумейра. Вот он. Богатые, знаменитые здесь купили свои дома вместе с землей. Также есть кафе, ресторанчики, мечеть. И на все эти здания можно посмотреть с самого высокого здания на Пальме. Это Palm Tower, пальмовая башня. Высотой 240 метров. Мы туда едем. Уже включилась подсветка на пальмах. И на некоторых домах тоже есть гирлянды. Это значит какое-то яркое событие в семье. День рождения, свадьба. Это листочки пальмы. Всего их 17. И вот так они видны с монорельсового поезда. Monorail train, который ходит через всю пальму с береговой линии. Вот видны листочки, вода между ними. То есть это море, Персидский или Арабский залив. Немножко даже видно колесо обозрения. Чуть-чуть видно нам. Подсобные постройки, многоэтажные дома начались. Отели. 31 отель на Пальме. Здесь отели Dux и NH Collection. А мы прибыли туда, где шале Березка, то есть торговый центр на Хиль Молл.